Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня хочу вам показать, как я буду вязать вот такие вот следочки, связанные спицами. Я уже одни отвязала в темном цвете. Сейчас я буду вязать вот такие вот зеленые. Значит, на размер они у меня 38-39 до 40-го. Если размер меньше, будем уменьшать по длине на несколько рядов и по ширине на пару петель. В процессе вязания я все детали замеряла в сантиметрах ширину, высоту, длину. Если размер большой, больше 40-го или широкая нога, тогда по ширине добавим пару петель. Значит, у меня спицы номер 2,5 я буду вязать. Пряжа у меня турецкий акрил, картопу флора, 240 метров в 100 граммах. Вот акрил, да. Вы можете вязать любой пряжей. Если метраж более-менее подходит к моему, совпадает, то мои расчеты вам подойдут. То у меня вот были остатки, вы можете подбирать свои цвета. Вообще-то вязала виноград, но на виноград особо не получился похож, как вроде бы смородина. Даже не знаю, что это за ягоды, но красиво. Значит, ну все остальное вроде бы необходимое в процессе вязания рассказала. Всем приятных просмотров. Вяжем. Вязание я начну с мыска. Сейчас на каждую спицу, две спицы у меня всего, наберу по 11 петель, потом перейду на 5 спиц. Значит, всего я расширю потом мысок, у меня будет 58 петель. Если размер маленький, 36, 56 петель наберите. Если размер 40, широкая нога, 60 петель наберите. Соответственно, и по мыску тогда 10 петель и 12 петель. Я наберу 11 по 11 на каждую спицу. И буду расширять. Потом будет у меня 29 и 29 на спицах. И всего получится 58. Значит, так, сейчас на 2 спицы. Что я делаю? Перекрутила, завела на нижнюю нить. Опять перекручиваю на верхнюю. На нижнюю нить завела, на верхнюю. На нижнюю, на верхнюю. Так набираю, пока на каждой спице не будет по 11 петель. Так, пересчитали 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 2, 4, 6, 8, 9, 10 и последняя внизу 11. Ох, у вас большой остался. Теперь сейчас я здесь сразу завяжу. Первый ряд снимаю теперь на 4 спицы. Немножечко раздвинула, сразу провязываю и снимаю. У меня на одной спице получится 5 петель, на другой спице 6. Придерживаем, чтобы это не слетело все. А со следующего ряда я начну делать прибавки. По одной петельке добавлять буду в конце и в начале ряда. Сняли вот на одну спицу, потом на вторую. И точно так же на второй стороне. Так, 5 сняли. Теперь берем вторую спицу, снимаем точно так же. Так. Пересняли все петли на 4 спицы. Последняя спица у меня, переснимаю. Все, пересняли теперь. Вот так вот получилось. Так, эта ниточка пусть у меня остается снаружи. Это будет начало ряда здесь у меня. Так, далее вяжу все по кругу. Первую петельку провязываю, вторую провязываю. Далее делаю одну прибавку. Провязываю остальные спицы до конца ряда. Так, довязала первую спицу. Вторая спица. Не довязывая последних двух петель, опять я сделаю одну прибавку, одну петлю прибавлю. Две петли осталось. Одну прибавила, подтянула. Все провязываю лицевыми. Все.
Вторая сторона, вторые задние две спицы, опять то же самое. Первую провязала, вторую провязала. Точно так же довязываю вторую, последнюю спицу. Осталось 2 петли. Опять добавляю одну. Все, первый ряд с прибавками закончила. Следующий ряд вяжу все лицевыми, без прибавок. Потом буду опять делать по одной прибавке через ряд. Вяжем, расширяем мысок через ряд. Я расширю, сколько это у меня будет рядов. На последнем ряду я сейчас к вам вернусь. И начну вязать небольшой такой узорчик. Значит, сейчас что мы делаем? Прибавку провязали. Далее все провязываю лицевыми. Так, вяжу лицевыми. Этот ряд у нас без прибавок. Вот она, добавочная петля была. Я ее провязала. Так, здесь сейчас у меня схема. Подождите. Сейчас я схему найду. А, смотрите, сразу схему выложу. Я буду вязать. 11 петель набрала. Расширю 58. Последний ряд с прибавкой. Я провяжу. Одна зеленым цветом будет, одна белым, одна зеленым, одна белым. Средняя часть у меня будет белым цветом. Значит, прибавки я делала, как я уже говорила, через ряд. Ряд прибавила, ряд провязала. Далее, потом перейдем к узору. После мыска я еще провяжу белым цветом 1, 2, 3, 4 ряда, а потом начну вязать узор. Узор у меня будет с обвитием петель, так что сразу можете остановить видео, сделать паузу. Сделать скриншот. Провязали мысок, расширили мысок. У меня на передних двух спицах 29 петель и на задних двух спицах тоже 29 петель. Еще раз скажу, у меня всего 58. Сейчас я перехожу к узору. После того, как расширила мысок, как я уже говорила, 1, 2, 3, 4, я провязала еще основным цветом белым 4 ряда. Теперь я нарезала вот небольшие ниточки себе для узора. Можно с клубочка вязать, но мне так удобнее. Значит, теперь переходим, вяжем по схеме. Значит, смотрите, сейчас первый ряд узора у нас. Первые 10 петель провязываю основным белым цветом. Далее будет 2 петли красным. Вяжем 10 петель белым. Лицевыми петлями 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Далее красный цвет. Так, что я делаю? Нить завяжу наперед, придерживаю, обвиваю петлю, провязываю эту петельку. Так, одна петля готова, красным подтянули. Теперь точно так же делаю со второй петлей. У меня по схеме 2 петли. Провязываем белым. Подтянула. Нить завожу назад. Продолжаю все далее вязать белым цветом. Провяжу все оставшиеся петли белым цветом и приду в начало ряда. В первом ряду у нас только 2 петли красных. Пришли в начало ряда, провязали лицевая сторона. Теперь продолжаем далее вязать по схеме. Второй ряд у нас узора. Что у нас здесь в начале идет? 9 петель белым цветом, далее 1 красным, 1 белым и опять 2 красным. Вяжем сейчас 9 петель основным белым цветом, провязываем. Девять петель провязала. Так, красный цвет.
1 петля красным обвиваем. Я так показываю, чтобы было более понятно. Обвили вот петельку, провязала ее, подтягиваю, завожу назад. Следующая петля у нас 1 белым провязываем. Далее по схеме 2 петли красным цветом. Одну провязали красным, подтянули. Вторую петлю обвиваем. Провязали. Все, нить завели назад, красный цвет. Далее все оставшиеся петли провязываю белым цветом. Иду в начало ряда. Пришли в начало ряда, новый ряд, третий ряд узора. Первые 9 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее 4 петли провязываем красным цветом. Обвиваем 4 петли. Нить завожу вперед. Обматываю нить о петлю. Обмотала ее. Провязываю, подтянула, вторую точно так же делаю, придерживаю, обмотала, вторая красным провязали, третья, и четвертая. Провязали, подтянула, завожу нить назад. Все, оставшиеся все петли провязываем белым цветом, идем опять в начало ряда. Потом эти все хвосты в конце вязания попрячем, позакрепляем. Так, довязываем. Четвертый ряд узора, лицевая сторона. Опять первые 9 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее 3 петли красным. Обвели первую. Провязали 1 красная. Вторая. И третья. Так, 3 красным готово. Далее 1 белым. Нить назад завели. 1 белым провязали. Далее опять у нас по схеме идет 2 красных петли. Провязываем. Придерживаем. Один. И вторая. Сейчас светит она у меня здесь. Провязали. Все. 2 красных провязали. Завели назад нить и продолжаем все вязать белым цветом. Это где мы сейчас находимся? Смотрите, вот четвертый ряд.
3 красных провязали, 1 белую и 2 красных. Сейчас еще провяжу пару ягодок, а дальше уже будем вязать самостоятельно. Все ягодки одинаковые у нас здесь. Все повторяется. Так, довязываем белым цветом, идем в начало ряда. 5 ряд узора, 12 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Одна красным. Обвиваем ее. Здесь спицы поднимем немножечко. Провязали одну красным. Одну белым провязали. Далее 2 красным. Так, вторую красным провязываем. Завели назад. Продолжаем все дальше вязать белым цветом. Вяжем белым. Встречаемся в начале 6-го ряда. 6-й ряд узора. Первые 9 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали. Дальше у меня идет контрастный цвет. Я даже не знаю, как его назвать. Скажу, наверное, сиреневый, хотя это как баклажановый цвет какой-то. Вот. В общем, будет он у меня сиреневым. Далее 2 петли сиреневым или фиолетовым. Какой вот он. 2 петли темным. Так, первую провязала, вторую провязываем. Нить назад завела, далее 2 сиреневым фиолетовым провязала, 1 белым, далее 1, 2, 3, 4, 4 петли красным цветом, красную нить наперед, 4 петли провязываем, обвиваем красным цветом, 1, 2, подтянула. Второй. Так, 1, 2. Теперь третья. И четвертая. Все, и оставшиеся петли до конца ряда все провязываем белым цветом, то есть идем в начало ряда опять. Так, все остальное вяжу белым. Это у нас 6-й ряд. 6-й ряд узора, в смысле. Пришли на лицевую сторону первые 7 петель, первые 8 петель, это 7-й ряд, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 петель белым цветом. Далее, переходим к узору, 1 петля фиолетовым провязываем. Обвели петельку, провязали, ниточку подтянули,
Следующее. Одну провязываем белым лицевой. Далее по узору 2 петли. Фиолетовым опять идет у нас нить вперед. Обвиваю петлю. Провязываю. Одна. Подтянула. И вторая. Опять нить завела назад, одну петлю провязываю дальше белым цветом, смотрю в схему и вяжу. Одну белым провязала, далее по схеме 2 петли красным, красную нить завожу наперед, завела наперед ее, придерживаю, обмотала первую, провязываю красную. Провязала основным цветом, петлю подтянула, нить затянули, вот удавку хотела сказать, петлю затянула, первую красную провязала, вторую обмотала, провязала, так, две красных готово. Все, остальные все довязываем белым цветом. Это у нас 7-й ряд. Идем в начало ряда и будем вязать 8-й ряд. Все, все далее вяжем белым. Все вяжу лицевыми. Так, 8-й ряд узора у нас, и первые 8 петель провязываем белым цветом. Так, 6, 7, 8 петель провязала белым. Далее у нас идет 4 петли в этом ряду по схеме фиолетовым цветом темным. 4 петли всего лишь в этой. В этом ряду всего лишь 4 петли обматываем. Так, нить перевели вперед. Первую обмотали, провязали. Вторая. Третья. И четвертая. Так, все. Оставшиеся петли все довязываем белым цветом. Нить назад забросили. Все довязываем белым. Идем в начало ряда. Так, пришли в начало ряда. Сейчас у нас по схеме идет 9-й ряд. Здесь я с вами распрощаюсь. Будем дальше вязать самостоятельно. Думаю, что основное я вам показала. Значит, опять у нас первые 9 петель, смотрите, основным белым цветом провязали. Далее, что у нас идет по схеме? 1, 2, 3. 3 петли с фиолетовым. Опять провязываем 3 петли фиолетовым. Нить вперед. Еще раз. Первую петлю обмотала. Провязала. Подтянула нить. Вторую то же самое делаю. И третье. Что у нас дальше? Так, 9-й ряд. Одна белым провязываем и следом опять 2 петельки фиолетовым темным цветом обматываем. Так, эту завели обратно назад, одну провязала белым и далее 2 петли опять темным, опять нить вперед завели, придерживая ее,
накинула на спицу, обмотала петлю, провязываю петельку. Раз провязала. Если одна петля, нить сразу заводим. Если две петли, нить остается впереди, и вторую сразу обматываю. Обвили вторую петлю. Хотя есть еще некоторые способы обвития, но я вот так вот делаю. Так, назад. Все. Далее продолжаем, что у нас здесь по схеме идет. Все белым цветом опять. И следующие ряды точно так же ягоды повторяются. Что-то так темно стало. Значит, смотрите, что я сейчас сделаю. Провяжу вот эти вот ягоды до конца, к вам вернусь. Это потом мы вышьем иголочкой вот эту веточку. После узора я провяжу еще 1, 2, 3, 4, 5 рядов у меня белым цветом после узора. Но опять же, вы ориентируйтесь по своему размеру, по высоте. Я отвяжу мысок, замерю его весь в сантиметрах. Замерю весь в сантиметрах. И будем вязать дальше. Смотрите, расписала вам всю схему. Вяжи не хочу. Скриншотьте, забирайте схему. И отвязываем мысок, провяжем и встречаемся. Так, ну это мысок. Он, я думаю, все уже его отвязали, поэтому он не нужен. Вяжем. Закончили вязать мысок. Вот такой вот мысок у меня получился. Вышила иголкой веточку вот такую вот. Теперь замерю его высоту, что у меня здесь получилось высоту. 12,5 сантиметра высоту и в ширину 10,5. Ну, тоже не доходит почти. Так, теперь буду делать разъем и продолжать вязать на трех спицах полотно до самой пятки, до начала пятки. Разъем. Можно на разъем оставить 7 петель. Я на маленький размер оставляла 7 петель. Не на маленький, на 37-38. Сейчас я оставлю 5 петель. Средние 5 петель я взяла на ниточку. Пришла в начало ряда, довязала. Так, что теперь делаем? Продолжаем вязать дальше. Пришла в начало ряда. Сколько у меня здесь петель осталось? Было 29 минус 5, должно быть 24, значит по 12 петель должно остаться на спице. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Провязываю эти 12 петель. Так, провязываю также лицевыми все. Так, последняя провязала. Теперь разворачиваюсь, первую снимаю, вяжем изнаночную сторону. Я буду все вязать лицевыми платочной вязкой. Остальное все полотно буду вязать лицевыми петлями и по лицевой стороне, и по изнаночной. Все вяжу лицевыми. Значит, сейчас провяжем всю изнанку вот до середины. Так, довязываю изнаночную сторону до конца, до середины. У меня остается 53 петли. Так, перешли на лицевую сторону. Средние петли на разъем остались. Продолжаю вязать на трех спицах полотно. Провяжу лицевыми петлями до пятки. Всего у меня будет по зубчикам, по дорожкам, если посчитать, 25 дорожек. Ну, я там к вам вернусь, замерю это все в сантиметрах потом опять же. Так, все. Дальше все вяжем лицевыми. Без изменений вяжем нужную нам длину до пятки. А потом перейдем на пятку. Пятку буду вязать тоже контрастным цветом. Как мысок зеленым, так же и пятку буду вязать зеленым. Так, вяжем. Не довязывая до пятки 3-3,5 сантиметра, я подвязала зеленый цвет. Значит, первый ряд сейчас один я провяжу. Одну белым, одну зеленым, одну белым, одну зеленым. А дальше буду вязать все зеленым цветом до самой пятки. У меня здесь сейчас 15 рядов. 15 дорожек.
Так, одна зеленая. Лицевыми провязываю, одна белая. Одна зеленая, одна белая. Одна зеленая, одна белая. Так, одна зеленая. И последняя. Провяжу зеленую кромочную. Белая остается, я ее обрезать не буду. Она мне будет нужна, эта нитка, для обвязки верха. Далее я возвращаюсь, вяжу все зеленым цветом. Так, вяжу лицевыми, зеленые провязываю лицевыми здесь, а белую буду снимать, не провязывая. Зеленые лицевой провязала, белую сняла. Зеленую лицевой, белую сняла. Следующий ряд, лицевая сторона. И все остальные ряды я буду провязывать лицевыми петлями. Это только вот в первых двух рядах я так сделала. Так, все, довяжем до конца. Далее остальное все расстояние до пятки провязываем зеленым цветом лицевыми петлями платочной вязкой. Провязали нужную длину до начала пятки. У меня высоту вот это вот расстояние 25 зубчиков. Полностью длина от мыска до начала пятки получается 23 сантиметра. Пускаем 1,5-2 сантиметра на растяжку еще. Вязание разделяю на три части. Провязала первую часть 20 петель на одной спице, 20 на второй и 13 посередине. 13 петель я буду вязать пятку. Теперь пятку буду вязать точно так же все платочной вязкой, лицевыми петлями. Провязываем сейчас эти 13 петель. Последнюю петлю закрываю с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязываем. Я провязываю по лицевой стороне, соединяю изнаночной петлей, провязываю по изнаночной стороне, 2 вместе я буду соединять лицевой петлей. Опять перешла на изнаночную сторону, провязываю все петли пятки, последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы лицевой. Так довяжу, пока у меня не закончатся все петли на боковой спице. Ближе к верху я уменьшу несколько петель по пятке. Убавлю, у меня 13. До 9 убавлю, чтобы не был сильно широкий вот этот вот верх. Вот опять же при необходимости. Так, сейчас довязываем пятку до конца, заканчиваем. Довязала. Две вместе соединила. Провязала. Опять перешли на лицевую сторону. Продолжаем. Вяжем лицевыми петлями, соединяем боковые петли. Довязала пятку до конца, закрываю петли. По 2 петли вместе провязываю, закрываю. Так, последние здесь у меня осталось 3, я их провяжу, все 3 вместе закрою. Теперь 5 петель, которые у меня были впереди, я взяла на спицу, перенесла. Далее зеленым цветом, можно это и белым сделать, но я белым дальше буду вязать. По всему верху наберу петли сейчас. Так, петли я буду в этот раз обвязку делать в один слой, поэтому не двойную, как обычно. Вот у нас проходит по верху косичка. Я за заднюю дужку подхватываю ниточку, набираю петельку. Так, по одной наберу петли. Так, продолжаю набирать петли. Средние петли, которые на спице, я сейчас провяжу. Так, эти 5 петель провязываю.
и продолжаю набирать с этой стороны. Первый ряд я сейчас провяжу все изнаночными петлями, а потом дальше перейду на белый цвет. Так, эта петля у нас, вот она где у нас идет. И опять продолжаю. После того, как набрала петли, первый ряд зеленым я провязала все изнаночными, обрезала нить, перешла на белый цвет. Следующий ряд вяжу все лицевыми, потом опять изнаночными и опять лицевыми. Так провяжу где-то 1,5 сантиметра в высоту. Закончу изнаночными рядом изнаночным и закрою петли. Всего у меня 64 петли. Так, лицевыми провязала один ряд. Далее вяжу изнаночными и опять лицевыми. Так, обвязываем верх. Можно было и крючком два раза пройти, но... Закончила я последний ряд, у меня изнаночный. Закрываю дальше петли. Петли тоже буду закрывать изнаночными. По 2 петельки вместе. Провязываю, закрываю. И последние две. Все, закрыла. Теперь соединим петелька в петельку, чтобы здесь все совпало. Хвостики все попрячем на изнанке. Запутаем, вот как я сейчас запутала. Хотелось по-быстренькому, получилось как всегда. Вот такая вот получился верх такой. Так, что у нас здесь на изнаночной стороне? Здесь тоже зачищаем, все хвостики попрячем под петельками, под ниточками, вот так взад вперед, вверх вниз, крючком это дело все попрятать. Кто спрашивал про изнанку? Вот такая изнанка. Значит, второй следок вяжем аналогично, точно так же, как мы вязали первый. Рисунок можно провязать точно так же, кто сильно хочет связать в зеркальном отражении. Просто переверните схему, и вот вам будет в зеркальном отражении. Я сейчас буду второй вязать точно так же, как вязала этот. Ну вот, на этом сегодня все. Всем легких петелек. Всем спасибо за просмотр, за комментарии. Пока-пока. До новых встреч.